30 тонн контрабандных российских минеральных удобрений обнаружили в Полтаве. Продукция была не сертифицирована. По информации правоохранителей, местные дельцы организовали также производство поддельных удобрений для сельхозпроизводителей и продавали товар фермерам, выдавая его за продукцию известных брендов. Во время обысков на складах выявили почти 170 тонн сельхозхимии, а также составляющие для ее производства. Вся продукция и финансовая документация изъяты. Кстати, российских удобрений в Украине в избытке, в частности, аммиачной селитры. Поставщик – это российский Еврохим, который, кроме прочего, работает на Оборонпром России. За 3 года эта компания заработала в Украине более полумиллиарда долларов. Напомню, что доминирующие позиции на рынке Еврохим приобрел со времен премьерства Арсения Яценюка.